за нас, чем прилетели на пару дней раньше в Лондон. Сегодня погода вообще потрясающая. Вкусные суши. А потом мы прогуляемся по магазинчику, что есть здесь в Лондоне, потому что на самом деле можно будет сюда просто летать. Что здесь интересненького, а потом уже, знаете, так вот скопить денег можно будет конкретно. Просто ради интереса откройте Google Maps и посмотрите, насколько это вообще маленькое занятие. Ну, в общем, и я надеюсь, что муж покажет мне университет, потому что...